Каркасный обычный домик, просто очень маленький. Он утеплен 10-сантиметровым утеплителем, обшит качественной имитацией бруса снаружи и внутри. Хорошая пропиточка оттекурила. И это было сделано все для того, чтобы он как раз вот выглядел стильно и отличался от бытовки, потому что, ну, все равно у наших людей в крови вот маленький домик, вот вагончик, бытовка. Ну вот, не бытовка, ребята, это не бытовка. Высокий потолок 2,40. За счет этого ты себя абсолютно не чувствуешь в каком-то маленьком помещении. Много воздуха. Много воздуха за счет окон, качественных, больших, и высоты потолка. Тебе там не тесно. Почему 12 квадратов? Почему я уперлась в эти 12 квадратов? Откуда они взялись? Потому что есть такая штука, погрузчик, который может прям вот взять, погрузить на себя и привезти. И у него ограничение по площади, которую он может перевозить, 2,5 на 6,5, иногда на 7 метров, в зависимости от его длины. Именно поэтому бытовки, а не 2 на 6, именно поэтому вот этот домик 2 на 6, просто чтобы его можно было погрузить и привезти на участок. Он, на самом деле, даже если вы его привезли, поставили на участок, а потом свой участок продали и переехали жить в другое место, ну, берите его с собой. То есть это такая, как корзинка с завтраком. Взял его и перевез на другое место. Прекрасно. Ну, только надо не забыть от трубы отцепить и от электричества. Ребята, которые нам это все делали, вот построили этот домик, после этого его сдали, мы его погрузили на погрузчика, привезли, поставили, и, собственно, осталось его подключить. Разводку по электричеству сделали сами, сделали за один день. Конденсационные всякие отверстия уже были. И фактически нам понадобился день на электричество и день на воду, чтобы все подключить, и этот домик уже зажил своей полноценной жизнью. Вот мне кажется, это очень круто, когда так можно. Тебе незачем ждать. Тебе надо просто выкопать яму, да, чтобы слить, подключить электричество заранее, или оно у тебя есть, и все, и пользоваться. Конечно, когда ты делаешь вот такую постройку небольшую, ты не хочешь сильно вкладываться. И вот у меня была та же самая задача. То есть я хотела вложить в обустройство как можно меньше финансов. И обустройство вот этого домика, учитывая то, что у меня есть какие-то еще вещи, декоры там, которые я не использую, обошлось в 65 тысяч рублей. Это включая сантехнику, включая все тряпочки, включая мебель, которую мы собирали, да, сами руками. Ну, то есть вот включая все. Да, я думала, не оборудовать ли бытовку, а не строить вот такой вот домик, то я начала считать. И когда ты считаешь, ты понимаешь, что к цене бытовки в 300 тысяч ты плюсуешь там окошки, которые тебе хочется, ты плюсуешь качественный материал отделки, качественную краску, веранду какую-то, да, отделочку внутри, внешнюю проводку. И ты понимаешь, что вот эти 300, они сразу увеличивается минимум в 2 раза. То есть там меньше 600 не получалось никак. Этот вариант обошелся мне со всем-всем-всем, вот что в нем есть, 750 тысяч рублей. Зато это готовый дом, и я вот могу в него заехать, жить в нем качественно, в нем приятно. Я эстет, мне это очень важно. Я не утверждаю, что в этом домике надо жить постоянно. Мне кажется, что это замечательный вариант, когда ты приезжаешь на свой участок на выходные, причем не только летом, но и зимой. Когда ты один, и тебе нужно остаться ночевать при своем земле, при огороде. Если ты хочешь дать в аренду дачу и подзаработать. Если ты задолбался сидеть в Москве и дышать грязным воздухом, да, и тебе надо поработать. Если ты строишь большой дом и не хочешь жертвовать своими удобствами и жить во времянке, то вот тебе, пожалуйста, маленький дом, и потом он будет гостевым, и гости не будут тебе мешаться в твоем основном большом. Если у тебя есть любимая теща, ты можешь ей подарить домик, и она будет счастлива и будет тебе там выращивать огурцы. Ну, то есть, на самом деле, у этого домика куча вариантов использования. Да, большой дом – это совсем другая история. Я не предлагаю сравнивать этот и большой. Тут, безусловно, выиграет большой.
Но это свои задачи. Тонь, спасибо тебе большое за этот рассказ. Вдохновляющий, я могу честно сказать. И, наверное, с удовольствием послушаем твой совет о жизни вот в таком помещении. Ну, даже, наверное, не о жизни, а вообще вот... Что думаешь? Давай, правду матку. У меня есть ощущение, что это хорошо для тех, кто хочет жить уже сегодня. Когда ты хочешь жить уже сегодня в чем-то приличном, ты вообще не должен откладывать. Ты можешь построить вот такой маленький домик себе, копать свои грядки, ребенка воспитывать на свежем воздухе, работать на улице с прекрасным видом из окон в пол. Ну, то есть для меня такой домик про то, что ты должен жить сегодня, не откладывая на завтра. И это может себе позволить практически каждый, потому что это недорого, ребята. Не ждите, воплощайте уже сегодня мечты. Спасибо большое. Переходите в комментарии, мы ждем ваше мнение, как считаете, вообще годна эта история или нет. Например, нашей семье для пасеки, мне кажется, очень годна. В общем, жду вас для обсуждения в комментах. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые выпуски «Как живут другие». Увидимся, до скорых встреч. Пока-пока. Пока.